Случайно нашел видео, где Алексей Навальный в Европейском суде по правам человека. Даже немного не постановочное видео. Смотрим. Да, так один, либо ночью, либо утром пришел в Европейский суд. Ну да ладно, пришел и пришел. На коленки себе положил черновичок, наверное, чтобы не забыть. И увидел, когда его снимают, обратно вернул черновик. Смотрим. Ну да ладно, все-таки Европейский суд. Давайте послушаем, что Алексей Навальный, как Алексей Навальный жалуется в Европейском суде на то, что ему бедному не дают проводить митинги. Хотя, судя по фотографиям и по видео, митингов-то у него было достаточно. I want to address this question about statistics of the meeting. And I want to say that this is a typical example of manipulation of facts and trying to trick this court. The statement that we have in 95% we have authorization for our rallies. And I'm very glad that our respectful opponent mentioned the national rally we have on this Sunday. Yes, it's true. We have authorization for this rally, which we have in more than 100 cities all over the Russia. But the question is, do we have authorization in Moscow, in St. Petersburg, in the major cities? The answer is no. So technically, yes, but they give us this permission in the way of another political humiliation. We don't allow to have our rallies in the centers of the city. They give us permission for the far districts or literally in the far parks. Zero times. How many times are the people who want to have a rally against corruption have their permission to organize meeting in the center of major city? Zero times. The question is timing. The question is location. And their permission is actually act of political humiliation of opposition. Thank you very much. Ну да ладно, жалуются, жалуются. Так что он туда все время ездит, в этот европейский суд по правам человека? Давайте послушаем, вообще имеют ли смысл решения Европейского суда по правам человека в России, и говорит тот же Алексей Навальный. Все услышите, каким образом Европейский суд будет воздействовать на РФ, чтобы она исполнила решение СПЧ, чтобы меня допустили до выборов. Забудьте. Значит, будет решение СПЧ уже, но они выразят озабоченность, они в очередной раз скажут, что Навальный должен быть допущен до выборов. Ну как вы себе представляете, что специальные судебные приставы из Страсбурга приезжают сюда, заходят в Кремль? Ну нет, этого не может быть и не желает на самом деле Европейский Союз решать наши проблемы. Но они смотрят на это на все и думают, господи, что происходит? Ну так а если не имеет смысла, нахрена ты туда поперся? А попёрся Алексей Навальный. Я посмотрел, для чего он туда попёрся. Поехал, скажем так. Алексей Навальный туда ездит, чтобы получать решение Европейского суда по правам человека. И как бы ты думал? Бабулес. Бабулес за деньгами. Получает решение Европейского суда по правам человека о том, что ему должны выплатить 50 тысяч долларов. И Министерство юстиции выплачивает Алексею Навальному денежки. Зарплата. Итак, мой доход за 2016 год составил 8 692 тысячи рублей, из которых 3 миллиона 419 тысяч мне выплатил родной российский Минюст по решению Европейского суда, потому что я выиграл у них суд. Так мало того, что сам получает, еще и предлагает тех, кого задержали, по 10 тысяч долларов в своем твиттере, на своем сайте, да и сам говорит. И могу вам всем пообещать, что для каждого, вот для каждого, кого по всей России задержат и незаконно привлекут к ответственности по суду за наши митинги 26 марта, я сделаю жалобу в Европейский суд, даже если таких людей будут сотни, даже если тысячи. И обещаю, что мы выиграем по каждой жалобе и все получат компенсацию. Правда, вроде как никому не выплатили, кроме Алексею Навальному. Но вот так. Подписывайся на канал, дальше будет только интересней.
Алексей.